Нормой в России должна стать семья с тремя детьми. Об этом заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Пока страна находится на пути к этому демографическому идеалу. О тех проблемах, с которыми сталкиваются семьи сейчас, говорили участники неформального движения «Союз молодых и многодетных семей России». Они отметили свой пятилетний юбилей конференцией в Ухтинском государственном техническом университете. Союз молодых и многодетных семей организован в Ухте 26 января 2009 года. Его деятельность направлена на поддержку, укрепление и развитие ценностей в современном обществе. Первая тема дискуссионной площадки – молодые семьи. Здесь затронули квартирный вопрос. Ни для кого не секрет, что жилье сейчас дорогое, и позволить себе даже однокомнатную квартиру в состоянии далеко не все. Также новоиспеченные мамы и папы рассказали, с какими трудностями они столкнулись после рождения детей. Мы воспитываем маленького ребенка. И когда мы собираемся на прием к нашему врачу детскому, к педиатру, то порой и даже очень часто вынуждены стоять по 2 часа в очереди, так как наш детский врач работает на 2 участка. Вторая дискуссионная площадка затронула тему приемных детей. На сегодняшний день в ухтинском интернате находится 138 воспитанников. Это самая высокая цифра по всей республике Коми. Семьи редко идут на усыновление или опеку, боятся столкнуться с проблемой воспитания. Многих пугает наследственность ребенка. Конечно, до 4 лет, можно сказать, закладывается все поведение ребенка, и потом будет сложнее что-то изменить, но все равно очень многое зависит от воспитания. Просто, наверное, 99%. То есть, поэтому не бояться общаться, то есть пообщаться с теми людьми, кто уже занимается этим подвигом. А если, может быть, еще по какой-то причине не готовы, то просто помогать тем семьям, которые уже взяли детей. Смысл общественного движения в первую очередь во взаимопомощи. Обмен материальными ценностями – одна из форм сотрудничества. Но не менее важны советы и консультации в решении всевозможных проблем. Большинство участников конференции считают, что многодетная семья должна быть символом России. Их задача – объединить усилия государственных и общественных структур, религиозных организаций и просто всех неравнодушных граждан нашей страны. Кристина Калягина, Юрий Шмаков, «Планета новостей».